ребята? Весело? Весело? Хорошо. Хорошо. Ну, где они? Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь. Монтек, что вы здесь встали? Уйдите. Идиот. Ну? Не получить вам моих книг. Да бросьте вы это! Закон вам известен. Выходите на улицу. Ну, выходите. Нельзя же ее бросить здесь. Она не хочет выходить. Эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное. Но выходите! Нет. Пойдемте со мной. Нет. Ну, пожалуйста, прошу вас. Ну, вам спасибо. Я буду считать до 10. Раз. Я останусь здесь. 3, 4, 5, да? 6. Можете не считать. 7, 8.
Я ставлю 10 против одного, что ему всего понадобится полминуты. А вот посмотрим, какая приманка будет аппетитнее. Ну, давай посмотрим. Ну-ка, пёс. Ну, на, на, на. Нет, не хочешь, не реагируй, смотри. На, 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 на. Ну, давай. А ты дай ему задачку потруднее. Спокойно, малыш, спокойно. Тубо, собачка, тубо. Ведь это только книга, а не сумасшедший, который хочет спрятать ее от нас. Его не обманешь. Нюх у него на это проклятое старье штана. Забавная история, что вы рассказали. Так. Неподалеку в Сиэтле один пожарник впал в меланхолию, прижал к груди книгу и выпустил из будки себя механического пса. Ничего себе способ самоубийства. А когда я себя плохо чувствую, я сажусь в машину и еду, куда глаза глядят. Только бы побыстрее. Доведешь до 300 миль в час и великолепно помогай. А ты смотрел сюда по видео 5-минутный роман Клары Доу? Классный фильм. Гениально. Сегодня вторая серия. Что случилось, Гай? А? Отчего вам не спуститься в подвал? Там ребятки неплохо развлекаются с нашим механическим псом. Говорят, Чик проиграл свой недельный заработок. Он меня не любит. Кто? Пес? Прости. Он не может любить или не любить. Он просто функционирует. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия. Вот и все, что в нем есть. Я пытаюсь себе представить, о чем думает пес в своей конуре ночью. Это правда, что он оживает, когда бросается на людей? На сумасшедшего, вы хотите сказать? На сумасшедшего, который попытается спрятать у себя книгу? Все равно это как-то страшно. Но вы не бойтесь. Пес ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили. Очень жаль, потому что мы вкладываем в него только одно. Это преследовать, хватать и убивать. Ерунда, Гай. Пес – это вершина человеческого гения. Абсолютное оружие, которое само находит цель и бьет без промаха. А почему это вас так беспокоит? Может быть, у вас совесть нечиста? А, Гай? Не чувствуете себя здесь, как дома, а? Ну-ну, болезнь не проходит. Какая болезнь? А я видел. Я видел сегодня, что вы не смотрели на огонь. Ну, ничего. С каждым молодым пожарным это бывает. Нужно помочь. Помочь вам разобраться до конца. Не так ли? Ну, ничего. Классная передачка. Я ее всегда смотрю. Ну, это вещь. Посмотри, посмотри, что делает. Нормально.
чтобы каждый пожарник знал историю своей профессии. Раньше новичкам это объясняли, а теперь нет. А жаль. Но ничего. Сейчас я его просвещу. Я мог бы много вам рассказать, Гай. Но я хочу прежде всего поговорить на нас с вами. Жизнь коротка, Гай. Спросите самого себя. Чего мы больше всего жаждем в жизни? Быть счастливыми, не так ли? Разве мы не получили того, чего хотели? Разве нам не дана возможность развлекаться? Мы живем для удовольствия, для острых ощущений. И согласитесь, наша власть дает нам такие возможности. Что взамен, спросите вы? Ничего. От вас требует только спокойствия, Гай, потому что спокойный человек – это всегда счастливый человек. Прочь всякие тревоги. Развлекайтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, а одинаковыми. Тогда нет никаких конфликтов. Мир прекрасен, все счастливы. Потому что не будет великанов, рядом с которыми другие могут показаться ничтожествами. Соседа. Сжечь ее, разрядить ружье, обуздать человеческий разум. И вот, когда стали строить дома из несгораемых материалов, и необходимость в пожарных отпала, тогда на пожарных возложили новую функцию. Они стали хранителями общественного порядка. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это вы, Гай, это я, это все мы! И запомните главное, все мы борцы за счастье. Мы охраняем человечество от ничтожной кучки людей, которые своими книгами, своими великими идеями и мыслями хотят сделать всех несчастными. Не дай бог, если люди начнут мыслить или делать выводы, или обобщать. К чему это ведет? К меланхолии, сэр! Правильно, молодцы! К меланхолии! А меланхолия – это потеря силы, это потеря лучшего, что дано человеку природой. Человек, умеющий промчаться по улице со скоростью 600 миль в час и остаться живым, куда счастливее человека, который хочет измерить Вселенную. Ее нельзя измерить, не ощутив, как ты сам в ней ничтожен и одинок. Держитесь крепче, мой мальчик. Вы не понимаете, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.
Я понимаю, мы делаем важное дело, но я пытаюсь представить себе, что должны чувствовать люди. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги. А у нас нет книг. А если бы были? Может быть, у вас есть? Нет, у меня нет. А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла, унесет с собой книгу? Вполне объяснимый поступок. Мы не тревожимся из-за этого и не приходим в ярость. Надеюсь, этого пожарника в свое время не научили читать? Нет. Ну так вот. Мы позволяем ему держать книгу у себя сутки. Если за эти сутки он сам не уничтожит ее, мы сделаем это за него. А потом за ним придет знакомый вам механический пес. Понятно? Угу. Да, понятно. И вот еще что, Монтек. Каждого пожарника хотя бы один раз за время его служебной карьеры охватывает любопытство. Что же это такое написано в этих книгах? И уж поверьте мне, я прочитал в свое время немало книг для ориентации. Я говорю вам, в книгах ничего нет. Во всяком случае, ничего такого, во что можно было бы поверить и чему стоило бы научить других. Книги — это такие предатели. Ты думаешь, они тебя поддержат? А на самом деле они оборачиваются против тебя же. Почитаешь — голова кругом пойдет. Но не вешайте голову. А теперь вперед! Вперед, чтобы сделать мир счастливым. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас давно заметила. Можно я пойду с вами? Идемте. Thank you.
здесь делаете одна? Так рано? Сколько вам лет? Мне 17 лет, и я помешана. Мой дядя говорит, что одно неизбежно сопутствует другому. Хорошо гулять в лесу, правда? Я люблю смотреть на вещи и вдыхать их запах. А иногда бывает, что я вот так вот всю ночь напролет брожу и встречаю восход солнца. Вы знаете, чем пахнут полы и листья? Понюхайте. Корицей. Верно. Как вы удивились. Вы знаете, а меня и правда водили к психиатру. Он все хотел понять, чем я все время занята. А я сказала, что просто сижу и думаю, но не сказала о чем. А еще я знаю то, чего, наверное, вы не знаете. По утрам на траве лежит роса. Первая ученица в школе. Ну что, в школе по мне не скучают. Видите ли, у меня совершенно не друзей. Хотя я очень общительная, это как будто бы еще раз доказывает, что я ненормальна. Но все мои одноклассники, они либо кричат и прыгают, как сумасшедшие, либо дерутся. Вы замечали, как люди теперь беспощадны друг к другу? Вы рассуждаете, как старушка. Да я иногда действительно себя чувствую древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Только в этом году 6 моих одноклассников были застрелены, либо погибли в автомобильной катастрофе. Знаете, есть такая игра, кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба, либо какой другой машины. А мой дедушка говорит, что его дед помнил еще время, когда дети не убивали друг друга. Тогда все было иначе. Тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Я знаю вас всего один день, но... У меня такое чувство, будто мы давно знакомы. Капли дождя. Вы когда-нибудь пробовали? Нет. Я вас совершенно не боюсь. Вы чего должны меня бояться? Ну ведь он же пожарник, он же все боятся. А на самом деле такой же человек, ведь правда, как и все. Дедушка говорил, что прежде дома были с крылечками. И люди сидели и разговаривали. Покачивались в качалках, глядели в небо. Или молчали, и каждый думал о чем-то своем. Я иногда целыми днями подслушиваю разговоры людей. Знаете, о чем они говорят? О чем? Ни о чем. Да-да, сыплют названиями, марки автомобилей, имена клоунов, моды. И при всем при этом добавляют блеск, гениально, потрясающе. Потом идут в кафе, включают ящики с анекдотами и слушают все те же старые остроты. Или просто тупо смотрят, как по стене бегут музыкальные узоры. Ведь верно. Вот вы теперь уже гораздо лучше смеетесь. Правда? Ну да, более непринужденно. Ну вот, мы пришли. Что это? Это мой дом.
Он был добрый человек. Да, нам, детям, он мастерил игрушки. И за свою жизнь, наверное, создал миллион разных вещей. Вот когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плачу, потому что я знал, ничего больше этого не будет. Дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, не сможет разводить с нами голубей, не сможет играть на скрипке, не сможет рассказывать нам смешные истории. Что там происходит? Ничего особенного. Просто мама, папа и дедушка сидят и разговаривают. Это сейчас редкость, все равно, как ходить пешком. Да, мы, наверное, странные люди. Вы понимаете, он был частью нас самих. И когда он умер, все это выпало из нашей жизни. Прошу вас. Благодарю. Дедушка, мне кажется, переделывал облик мира. Да-да, вы правы. Он дарил миру радость. В ту ночь, когда его не стало, мир обеднел на миллионы прекрасных поступков. Дедушка мне говорил, что каждый должен что-то оставить после себя. Сына или книгу, картину, выстроенный тобою дом или сшитые тобой пару башмаков или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы. И люди будут смотреть на взращенное тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив. Важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, и чтобы в нем оставалась частица тебя самого. Нам не по пути.
За работу. Что с вами, Гай? Это же... Бросьте. Неужели вас одурачила эта маленькая психопатка? Листочки, цветочки, закат, восход. Знаем, знаем. Все записано в ее карточке. А, вот как. Кажется, я попал в точку. Она же никому ничего не сделала. Она ведь никого не трогала. Никого не трогала? Никого не трогала, как бы не так. А возле вас она не вертелась? Черт бы побрал всех этих благодетелей человечества. Ну ладно, Гай, все в прошлом. Все в прошлом. Теперь она никому не сможет повредить. За работу. Я хочу, чтобы вы все сделали сами, Гай. Сами. Шаг за шагом. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? А? Огонь — это тайна, загадка. Это вечное движение. Огонь, и все можно начать сначала. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. И теперь, Гай, вы начнете жить заново. Огонь! Идиот, Гай. Решили, что можете творить чудеса вашими книгами? А мир прекрасно обходится без них. И имейте в виду, когда закончите работу, будете арестованы. Нет! Мы всегда жгли не то, что надо. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Это тебе. Спасибо. Ну, как дела? Ничего. Если можно, кофе, пожалуйста. Здравствуй, папа. Здравствуй, милый. Этита, а что это с нашим мальчиком? Ты только не волнуйся. Мне показалось, он умеет читать, но это...
Что? Что он делал? Читал. Ронни, пойди сюда. Ронни, скажи мне, это правда? Ты действительно читал книгу? Господи. Ну, расскажи мне об этом, сынок. Где ты достал книгу? Кто научил тебя читать? Пап, ты ничего не сделаешь. Это останется между нами, сынок. Так вот, это был Кенни Дэвис. Кенни Дэвис? Негодный мальчишка. У его отца всю жизнь не было работы. Весь город давно подозревал, что он читатель. Никто даже никогда не предлагал ему ничего стоящего. Пожарные и патрули навещали его. Хитрое бестие. То он в отъезде, то у него дети все как один, больны чем-то заразным. Ну, хорошо, хорошо. Продолжай, сынок. Так вот, однажды Кенни сказал мне, что после школы покажет мне кое-что. Ты был в этом логове? Дорогой, ты обещал не сердиться. Ну, продолжай. Так вот, он повел меня домой. Папа, а знаешь, какие они старые? Еще в 20 веке напечатаны. И от них так вкусно пахнет шоколадом. Продолжай. Ну вот. Кенни мистер Дэвис сказал, что если я не буду никому рассказывать, он научит меня читать. И он учил меня после школы каждый день понемножку. И писать учил. И давно это началось? С Нового года. С Нового года? А я думал, у меня хороший сын, а он уже с Нового года. Может быть, я сам виноват? Может быть, не следовало мне так часто отлучаться из дому? Дэвид, ведь ты не собираешься промывать ему память. Не знаю, Эдит. Еще не знаю. Ронни, пойди сюда. Сынок, может быть, ты еще что-то не понимаешь. Видишь ли, ты ведь не всегда будешь мальчиком. Когда-нибудь тебе самому придется зарабатывать себе на жизнь. У тебя есть только два выхода. Или ты будешь работать в государственном учреждении, как я, или в какой-нибудь корпорации. Но мистер Дэвис нигде не работает. Твой мистер Дэвис ненормальный, он отшельник. Никакая приличная семья не пустит его к себе в дом и не пойдет к нему. Он сам добывает себе пищу. Сажает огород, разводит кроликов и кур, иногда ухаживает за чужими садами. Для тебя я хочу большего. Я хочу, чтобы у тебя был дом получше нашего. И чтобы люди тебя уважали уж не меньше, чем меня. А ты ничего не сможешь добиться, если люди узнают, что ты был читателем. Это не забудется никогда. Да, когда ты поступишь на работу, ты получишь материал, который будет написан буквами. Но ведь это будет секретный материал. В нем может быть описано тайное оружие или новая технология.
Или планы рекламы на будущий год, или, может быть, даже схема ликвидации конкурентов. Но ведь если это написано, то ведь должен же кто-то это прочитать. Ну, конечно, сынок. Корпорации или отдел могут захотеть научить читать одного человека из 10 000. Но сначала ты должен доказать свои способности и свою надежность. Вот когда тебе исполнится лет 35 или 40, твои начальники могут захотеть, чтобы научился читать именно ты. Ведь даже самому президенту разрешили учиться грамоте, когда ему было около 50. Ну, папа, ну почему читатель не может стать водопроводчиком или еще кем-нибудь? Ронни, ты ничего не понимаешь. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь возьмет читателя, даже если он попросится мусор вывозить? Все скажут, что это ли сумасшедший, или просто шпион, как этот твой старик Дэвис. Мистер Дэвис не старик. Ронни! Мне неприятно говорить это, Эдит. Но нам придется отправить этого мальчика в реформаторий. Может быть, хорошая промывка памяти вылечит его от глупостей? Нет, нет, не позволяй забирать у меня мозги. Пожалуйста. Они не возьмут у тебя весь мозг. Сотрут только память об этих последних проклятых месяцах. Я не хочу этого. Я не хочу. Я не знаю, Эдит, что делать. Такую пробовку памяти нельзя сохранить в тайне. Я должен буду сообщить об этом на службе. Это конец моей карьеры. Эдит, ты знаешь, какую книгу он читал? У него было 3. Я не знаю, какую из них. 3 книги? В моем доме 3 книги? Ты сожгла их? Почему? Ронни их так любит. Принеси сюда эту гадость. Сейчас же. Сожжем их немедленно. Не правда ли? Я понял. Это твоя вина, Эдит. Ты всегда любила эту старину. Эти старинные часы вашей прабабушки, эти допотопные картины. О чем рассказывают эти картины? Вы задумывались над этим? Ронни, уйди! Разве не хочется спросить, кто были эти люди? Почему они так не похожи друг на друга? Что, разве были иные времена? Вы что, хотите, чтобы мальчику пришло этого в голову? Вы хотите сделать из мальчика жалкого меланхолика? Хотите лишить его уверенности в том, что все кругом принадлежит ему? Это вы приучили его жить жизнью других людей. Естественно, что он заинтересовался и книгами, а я был слишком глуп и занят работой. Я сожалею, Дэвид. Сожалеть мало! Разве вы не видите, что все это означает? Его нужно бросить, Эдит. Нет. Другого выхода нет. Он сможет, и совсем неплохо сможет начать жить с этим. Нет! Да! Нет! После полной промывки памяти он забудет нас. Нет. Он не будет даже подозревать о нашем существовании и никогда больше не сможет помешать нам. Нет! Как называется вот эта книга? Приключения Тома Сойера. А это? Пиноккио. А это? Мудрец из страны Оз. Эдди? Так вы умеете читать? Я никому не говорила. Даже Ронни.
Я не прочла ни одной книги, даже не видела ни одной с тех пор, как вышла за вас замуж. Я научилась читать еще в детстве. Вы лгали мне. Вы 10 лет лгали мне. Мне хотелось читать, потому что, как сказал Ронни, это интересно. Видео это красиво, забавно. Но иногда хочется большего. Уходите! Уходите оба! Я не хочу вас больше видеть ни минуты. Полковник Роллинг, прошу немедленно прислать ко мне дежурную команду. В моем доме обнаружены книги. Все, что нашел, уничтожил сам. Но дом надо просмотреть снизу доверху. И пустите пса по следу.
От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Не из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду, ногой как червь, пышнее всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая, долина слез, мне радость не рая. Зажгут костер, и дрожь меня берет, мне сердце-то греет только лед. Запомню шутку я, и вдруг забуду, и для меня презрение почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Прошу, Луиза. Спасибо. Можете не прятаться. Идите сюда. Смелее, смелее. Милости просим к нам. Да, присоединяйтесь. И не стесняйтесь. Проходите, садитесь. Садитесь. Хотите кофе? Благодарю. Благодарю вас. Добро пожаловать, Гай Монтек. Откуда вы меня знаете? Погрейтесь, погрейтесь. Во-первых, вам нужно переодеться обязательно. Да, конечно. Наденьте свитер. Вам известно мое имя? Мы следили за погоней и поняли, что вы спуститесь по реке. В городе объявлено, что вас догнал механический пес. Представляете, они инсценировали погоню. И даже показали ее по телевизору. Приветствуем воскресшего из мертвых. Самое время вам теперь познакомиться с нами. Я Греджер. Миссис Макленнон. Мисс Фелпс. Бывшая актриса Шекспировского театра. Мистер Симмонс. Типографский наборщик. Бывший наборщик, сэр. Фред Клемент. Профессор. Когда-то он возглавлял кафедру в Кембридже. Это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в атомно-инженерное училище. Да. Ну что ж, добро пожаловать к нам, Гай Монтек. Нет, мне не место среди вас. Всю жизнь я делал одни только глупости. Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Это Ричард Клейтон, историк. Перед вами трус, сэр. Я знал. Я видел, к чему идет. Но я молчал. Я молчал. И стал соучастником. Вы присоединитесь к нам, Монтек? Не знаю. Мне нужно говорить. А слушать меня некому. Я не могу говорить с телевизорами. Я не могу говорить с теми там в городе. Они слушают только телевизор. А мне нужно, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу научиться читать. Тогда вам повезло, друг мой. Вы попали в библиотеку. Вы смеетесь? Нет, я не шучу. Может быть, у вас есть что-нибудь предложить нам? Да.
У меня есть. Вот это. Гомер, друзья мои, это Гомер. Гомер, он перед грудью уставил свой щит велелепный, дивно украшенный. Шлем на голове его четверобляшный, зыблица светлый. Грива золотая, густо гефестом покрытая, окрест высокого гребня. Гомер. Боже мой. Разве это плохо? Хорошо, это прекрасно. Вы будете Гомером. Позвольте представить вам Джонатана Свифта. Автор политической сатиры «Путешествие Гулливера». Протяните руку записным книжкам Марка Твена. Америка – прекрасная страна, и великолепно, что ее открыли. Но было бы лучше, если бы ее не заметили, проехали мимо, сэр. Вы, может быть, желаете прочитать «Республику Платона»? Да, но... Это очень просто. Я «Республика Платона». А вот томик сонетов Шекспира, или, если угодно, Данте. Да, среди нас и Лев Толстой, и Чарльз Диккенс, и Байрон, Хемингуэй. А, вы носите с собой книги? Ну нет, мы постоянно скитаемся, все время в пути. Мы их сжигаем. Вы сжигаете? Да, мы их сжигаем. Да, но сначала мы их заучиваем наизусть, а потом уже сжигаем. И они на нас не в обиде, потому что их жизнь продолжается. Совершенно верно. Мы люди книги, мы живая библиотека. Вы понимаете, мы отрывки литературы, поэзии, истории. Хоть каждого из нас вы можете взять в руки и перелистать страница за страницей. Не судите о книгах по обложкам. Но поскольку вы попали в лагерь мирных бродяг, примите от нас место посвящения — балладу Франсуа Вийона. Я знаю, кто по-щегольски одет, я знаю, весел кто и кто не в духе, я знаю тьму кромешную и свет, я знаю у монаха крест на брюхе, я знаю, как трезвонят зверухи, я знаю, врут они в трубу трубя, я знаю, свахи кто, кто повитухи, я знаю все, но только не себя. Я знаю летопись далеких лет, я знаю, сколько крох в сухой краюхе, я знаю, что у принца на обед, я знаю, богачи в тепле и в сухе, я знаю, что они бывают глухи, я знаю, нет им дела до тебя, я знаю все затрещины, все плюхи, я знаю все, но только не себя. А почему вы верите мне? Достаточно взглянуть на вас. А кроме того, ни за кем из нас не устраивали столь пышной погони. Много ли вас? Много, тысячи. С виду мы бродяги, но в головах у нас целое хранилище книг. Мы мирные граждане, самые мирные. Мы бродим по запрошенным дорогам, ночью прячемся, где придется, и власти оставили нас в покое. Правда, иногда они нас останавливают и обыскивают, но ничего такого найти не могут. Мы прячем наше богатство в надежном месте. И дело вовсе не в книгах, а в том, что написано в них. Книги – это только
ну, хранилище тех мыслей, которые мы боимся потерять. И книги вам сразу не выложат всего, что вы хотите. Нет, ищите сами. Ищите в окружающей вас природе, ищите в друзьях, ищите в самом себе. Какое-то время вы будете брести вслепую. Действовать по указке? Нет, я так не хочу. Зачем же тогда переходить на другую сторону? Когда же я начну действовать самостоятельно? Слушайте, вы сейчас сказали интересные вещи, необыкновенно интересные. Ведь вы нигде не могли вычитать ее. Запомните, может быть, это будет началом новой книги. Постараюсь. И вот еще одно. Ведь сами по себе мы ничего не значим. Важно то, что мы храним в себе. Когда-нибудь это пригодится людям. Мы вспоминаем. Мы память человечества. И поэтому мы обязательно рано или поздно победим. Мы вспомним, мы многое вспомним. И вот тогда мы выкопаем огромную могилу, самую большую, и навечно похороним в ней все, что мешает людям. А теперь, друзья мои, в путь! Завтра мы должны быть далеко отсюда.